Ребята, давайте улыбаться! Ну, я писать умею, ну. Я могу выйти, если что. Весь репертуар выскочил из головы. Называйте меня Николай, хорошо? Вячеслав. Кайфуйте! Что? Ну, друзья, так сказать, с Богом. Что, знаете, кого я нашла? Наконец-то! Я нашла мужчину с именем Ах, Александр, Александр, Александр. Давайте, поехали! Итак, Сергей Лавренов. Я работаю звукооператором в Езерищенском ГПДК. Усим сердцем хилюся за тебе, Беларусь. Оба. Виталий Большаков. Здравствуйте еще раз. Добрый день. Рассказывайте про себя. Виталий Большаков, 36 лет, преподаватель в колледже. Что преподаете? На что похож? Ну, вот честно говоря, на что угодно. И на физику, и на биологию, и на информатику. Практически естественные науки, математика, информатика. Слышим космоса дыхание и ощущаем его травмы. Слезой дождя. А играете в группе где-то? Ну, вообще нет. С учащимися. В колледж приходят некоторые учащиеся, да, что-то делают. Ну, явно вам хотелось там гейна побольше выкрутить, да? Ну, тут на максимум стоит мастер, и я не ставил. Ну, тяготеете к более тяжелой музыке, да? Так? Ну, в большей степени, да. Все получилось, что хотелось. Ну, конечно, сбивался, волнение сказалось, тут вопросов нету, ну и плюс ничего не пробовал до этого, как бы здесь конкретно, то есть, ну, не идеально, но, в принципе, достаточно. Не буди казака, ваше благородие, он во сне видит ту мамку да ветлу. Вот я буквально узнала перед выходом, я даже не знала, что будет в жюри сидеть автор песни. Вот, ну, слова знаю наизусть, все помню, но слова забылись как-то. Ну, я думаю, это ничего страшного. Не но важно. У вас классный тембр. Спасибо. Просто вау. Спасибо большое. Побереги себя, я очень прошу. Ведь ты же знаешь, как тебя я люблю. Я для вас пою, но Александр Солодуха замахнулся немножко. Ну, попробуй. Да не замахнулись, мы как раз вот говорили, что да, реинкарнация произошла у вас. В смысле? Городке. Ну, как переродился Александр в вас. Это комплимент, комплимент. Спасибо, есть, спасибо. Да, вы очень харизматичны. Спасибо большое. Вы можно я вас спасибо, обниму? Спасибо. Вы тоже. Вы классный. Ну, какой есть, всегда надо быть самим собой. Никогда не надо из себя там что-то строить. Как есть, звезд неба не хватать. И будь, что будет. Это не хватает новых слов, тех, что о любви. У вас такой певучий теноровый окрас в голосе. Вот как раз там письма. Вам бы это вот очень подходило все. Это мы сразу наперед уже думаем. Если чего, что вам давать? Я понял. Я хочу, чтоб эта песня не кончалась. Ее услышав, ты спросила, не мое ли имя прозвучало. Я думаю, что вы зацепили Евгения своим вокалом. Надеюсь. Уже второй раз, если третий, но уже точно должен быть пройти. Научиться говорить глазами, а за спиной крылья пряча станешь судьбой. Жениться по любви. И я работаю мастером в городокском лесхозе. Ого! Что вы будете петь, Мария? Градусы «Кто ты?» и детская песня. Я думаю, и ничего опять не придумаю. Кто-то на балконе повис, кто-то быстро вверх, потом вниз. Я пока рисую мосты, а ты, кто ты? Если в Чили гор больше нет, если завтра в Африке зима, зацветай под горой куст калиновый. Там на речке вечерком на свою беду целовались мы тайком с миленьким в саду. Дядшева дал я рок, господи. Дядшева дал я рок, кладашку занесло. Вадимка. Кладашка тоненького
а я молоденька. Спорт подошел, я смотрю. Спорт, так сказать, сам своей собственной персоной вышел на сцену. Я спешаюсь орангом, литвинка, тямшинка, недосяжная мара. Вот мы смотрим на вас в монитор, и вашего вот этого ангельского тенора, ну это, я вам скажу, это прям находка. Не пожалей добра, терпимо будь, а значит, будь добра. И лишь по пулевым, пулевым, пулевым. Если Евгений даст вам выбор, вот спеть самую выигрышную песню, какая это будет? Ну, для жены посвящается, которая. И, естественно, самое крутое оставили напоследок. Я Ивановский Леонид. Очень приятно. Первый раз на сцене. Первый раз в жизни? Да. Серьезно? Я, как говорится, ветеран труда, на пенсии первый год. Ну, решил. А давайте мы вас поддержим. Друзья, ну-ка, ну-ка. Громче, громче, громче! Пою патриотическую песню. И в необычный и светлым праздником, когда встречаемся мы за столом твоим, правила. Подыграл вам немножко, по-авторски, да. Ну, что хочу сказать? Ну, классно. Что еще сказать? Все. Нарежешь там. Нарежется.